Промышленность развивается, зарплаты растут, регион движется в заданном направлении. Павел Ипатов собрал сегодня журналистов, чтобы рассказать о социально-экономическом положении области. По словам губернатора, в регионе не все так плохо, как пишут в интернете. Средняя зарплата, например, превысила 15 тысяч рублей. Педагоги, врачи и работники культуры стали получать больше. Я считаю, что заработная плата в культуре сегодня недостаточно, ее надо поднимать. Но сегодня сказать о том, что мы еще выделим в ближайшее время из нашего бюджета средства, я не готов. Взять повышенные обязательства перед бюджетниками область не в состоянии. Долги не позволяют. Правительству еще предстоит расплатиться по более серьезным счетам. Нужно во что бы то ни стало достроить перинатальный центр. Компания не имеет опыта строительства и сдачи подобного рода сложных инженерных объектов, которые относятся к перинатальному центру. В этом проблема компании, к сожалению, наша проблема. Несмотря ни на что, этот объект будет сдан. Павел Ипатов пообещал, перинатальный центр введут в строй 20 декабря нынешнего года. А в начале следующего здесь пройдут первые роды. В этих датах у губернатора нет никаких сомнений. Динара Дусалиева, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.